Ребята, всем привет! С вами, как всегда, мы профессионал Енот и Apple. Поздоровайся. Всем привет, ребята! И это уже вторая серия нашего супер выживания с растениями против зомби. Мы решили сразу, не останавливаясь, вместе с Эплом взять реванш у зомбаков. Потому что в первый раз что мы сделали? А? Мы, ну, как бы так, очень мягко, если говорить, то мы просто взяли и проиграли. Да, мы не просто проиграли, нас просто сожрали зомбаки в пух и прах. А вот, но сегодня, сегодня, в этот день, мы перенеслись в пух пустыню, вот вырастили здесь кучу кактусов и да, надеемся, и, кстати, что зомби будут от них тоже кажется, косаться Дэйв предложил нам какой-то подарочек, но мы так до сих пор и не видели. Да, что да, он нам да, 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 да. Он сказал, он где-то вот в этом ящике. Смотри, вот видел верхнем, смотри, да, там да. лежит подсолнух и Ой, три горохострела слушайте, для хорошо, начала. Значит, что у нас уже есть и подсолнух и горохострелы, думаю, в этот раз мы точно возьмем реванш. Да, я с тобой согласен. У нас в этот раз гораздо больше опыта, чем в предыдущий, И, скорее всего, у нас получится пройти. Но вы, наверное, уже заметили, что здесь есть песок. И растения сюда поставить не получится, потому что они растут ведь только на земле. У нас в сундуке выдается бесплатно трава. А у Дейва есть бесплатная лопата. Дейва, как ни странно, которая мы будем выкапывать специальные места под растения и ставить их именно на эти блоки земли. Потому что если поставить на песок, то растение сразу умрет. Потому что он сухой. Да, что водички да, он в нем нет. Ой, вот, и, Нет, и Никак и оно, оно там застынет, не да. прорастет. Вот, ну, наверное, все рассказали. Правила вы, друзья, знаете, скорее всего, из предыдущего видео. Вот, ну, и из предыдущих, которые выходили до него, и еще до него, и, и до него, и до него. Простые, выбегают зомби, мы просто от этих зомби избавляемся. Да, 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 да. -да, -да, -да. не мы а растения. И пока растения избавляются, мы собираем подсолнухи. У Но нас есть 5 волн, 5 волн, все они поделены по цветам, по сложностям. Вот пятая красная, самая сложная. Вот, надеюсь, у нас получится в этот раз ее пройти, потому что именно на ней мы проиграем прошлую нашу битву ну а сейчас друзья перед началом ролика обязательно спуститесь вниз Подпишитесь на наши каналы, поставьте лайк и сейчас как картиночка такая вот есть. Последняя цифра вашего лайка будет означать то растение, которым вы будете играть в растениях против зомби. Обязательно напишите, какое вам попалось растение в комментариях. Мы обязательно будем читать это все и смотреть, кто там кем будет сражаться. Ну да, что? Это очень интересно. Ты так, готов? Ну, да, я в принципе готов. Так что тогда берем землю. Мы можем взять до да, землю лопаты. Лопаты берем, акс, берем а, подсолнух и берем горохастя. Давай подсолнух прямо в центр попоставим. В центре он будет, ну можно. А вот по поводу по поводу растений я не знаю. Давай сначала просто выкопаем такие небольшие ямки. Оп, вот так, вот так, вот так. Оп, тут тихо, 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 главное ничего не развалить. Вот так, вот так, так вот так. Блин, Подожди, что я сделал? Механизмы стоят какие-то. Да, все тут стоит, вот так вот. Оп, но мы это трогать ничего не будем, чтобы ничего не поломать. Так, да, так это тема. Все, и Дейв потом оп, оп, будет очень-очень злится. И с этой стороны тоже поставить нужно будет. Во, все, хорошо. Так, мы заранее поставили. У нас есть три стрела. Мы не знаем, с какой стороны пойдут зомби, поэтому оставим их. И как только они пойдут, сразу будем ставить. Ты да, готов? Да. да, да, готов. Давай, уже начинаем. Давай, начинаем. Первую и, волну. Да. Поехали. Так, Запускаем, и собираем и... солнышки. Собираем, так, собираем, собираем. Вон, я вижу одного зомбака, одного зомбака. Так, вижу. Вон, так, еще есть. вон там, сзади, 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 вот сюда Здесь посмотрите. и вот сюда. Все, поставил. Давай, давай, собирай, собирай. Давай, сзади давай, тебя тоже есть зомбак, слышишь? Да, Сейчас, Тихо, тихо, тихо. О, блин! Ну а тебе лопатой. На, по горбу тебе лопат. Жрут растения, подожди. Нам надо загасить. Сзади. Блин, На, 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 собирай, 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 слышишь, собирай. я могу собирать? Они тут на меня накинулись. Так, я немножко здесь пособираю еще. Ничего себе, попал этот горох. Отходим. Так, смотри, подсолнух, подсолнух. Все, я собираю. А, все, его добили, блин. Так, волна вроде бы закончилась. У меня есть так и два солнышка. У меня есть стак и 10 солнышек. Ну, 4 монетки мы насобирали. Нам почти хватает. Давай возьмем, может быть, сразу вот 4 ореха, чтобы они отвлекали. Или а кто все... будет бить? Нам да. лучше подсолнух купить, да, скорее да. всего. Слушай. Лучше, наверное, все-таки сейчас набрать подсолнухи. А то я что-то не заметил то, что грохострелы все сожрали. Угу, один остался. У нас вот здесь последний. Ну, у нас 2 было. 2 сожрали, вернее. Вот. Три было, два сожрали, один остался, и подсолнух. Ух ты, нифига! Да, нифига, ты слышал? Да, это начало, значит, следующей волны. Да. Поэтому предлагаю сразу поменять на монетки. На монетки поменять. Так, на монетки те. И где? покупаем что? Горах ничего, не Ничего не покупай, ничего не подсолнух, подсолнух. На! Будешь а, покупать подсолнух? подсолнух. Ну, давай тогда сейчас буду Запускаем покупать. вторую подсолнух. волну. Так, и давай все-все ждем, 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 ждем. Вон кто-то стреляет. Давай, собирай, собирай, собирай. Я попробую отвлекать как можно дольше их, понял? Ну-ка, да, давайте. Да, сюда, блин, за мной. Они тебя начали бежать. Нет, не на меня, они бегут сюда, блин. Собираем, собираем, собираемся. Так, так, я стану пока могу, вот так. Я могу купить, я могу купить. Оп, Ой, Жрут! Люди, же сейчас сожрет, будет, нет, он сожрал, он сожрал. Так, я отвлекаю так? на себя внимание. О, блин, нет, очень плохо отвлекаешь. Очень ты плохо. Ты купил, ты купил, ты купил, отвлекаешь. да? да да я успел купить, но я не На тебе Идите сюда, так? зомбаки, сейчас я, я с вами идут. И Капец. Много теперь солнышек получаю. Так, ну-ка, Так, ты нету... собираешь, да? Ты собираешь. Да, на мне да. на мне здесь зомби штук 6, наверное. Надо попробовать как-то твоих да, переманить. Меня, возле меня отойди за меня. угол, за угол и спрячься, отойди, слышишь, отойди за угол и спрячься. Так, а я попробую на себя переманить. Ну-ка, давай. О! Один есть, один есть, второй есть. Так, все на меня, все на мне! Все, давай! Иди, иди, иди. не, иди, все иди. Еще не все. Тут так последний ну -ка. остался на лопатой. Добивай его, добивай лопатой, слышишь? Давай. Оп. На, а тебе. Блин, я у меня медленно... Сердечко медленно. Пинать их лопаты. Иди, уходи, прячься, прячься, уходи, сейчас он на меня перекинется. Давай. О, все, добили ну, его. Всё, я могу пойти быстро собирать. Все, собирай, 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 собирай. А я буду здесь отвлекать зомбаков. Ну-ка, идите сюда. Зомби, зомби, тупые, зомби. Ну-ка, не поймайте, не поймайте, не поймайте. Оп, на тебе. На тебе. Опа, есть, 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 есть. лопатой лопата. Понимаете. Держись там, держись. Выкинул тебе 49 солнышек, поэтому, так, если отлично. ты будешь там что-то покупать, вот, насобирай, я не знаю, сколько там. Прилично насобирай как-нибудь, пока я тут у сражаюсь у меня же с ними. Есть почти 9 стаков. О, хорошо, хорошо. Нам нужно оп, успеть все будет это дело сделать. Я думаю, третью волну мы пройдем. Это у нас вторая волна. Третью волну пройдем с помощью Третья растений. Волна, думаю, вообще очень простая будет для нас. Да, она у нас не сильно сложная. И четвертую, скорее всего, тоже мы сможем осилить. А вот на пятой, я не знаю, нам придется нас собирать достаточно большое количество солнышек. Много там у тебя еще осталось. А, ну я не знаю. Собирай пока, собирай, что я тут да, бегаю. Собирай, да? собирай. Я просто спрашиваю, там сколько еще мне нужно. Слушай, они все и с, этот, в кучу сдвинулись, и я вроде одного завалил. Попробуй вот. как-то тянуть время, чтобы я сейчас успел как можно больше насобирать. Ну, тянуть время не особо-таки честно. Я пытаюсь их бить здесь понемножку. Так, два осталось вроде или три не вижу. А нет, 4, 4 или 5. Ёмы, да сколько их там ну, еще? Почти 18 стаков есть этих стаков. Хорош, хорош, давай, 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 собирай, собирай, собирай. В собирай. принципе, мы очень должны быстро справиться с третьей волной. Так, ну, вроде у нас растение против зомби, а все переходит в какую-то арену, в которой я снова сражаюсь против зомби лопатами ага, и, и руками. 2 а с помощью два лопаты. осталось, два остались с этими, с конусами, слышишь? Так, да, да, вот. да, 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 сейчас, на я тебе. Я сейчас тебе, тебе еще на, на, Билан, их близко не подпускай. Да нормально, нормально. Я умею сражаться с зомби в ближнем бою, ведь я прошел уже тысячи арен. Очень опытный профессионал енот, боец так, да, против зомбаков. Последний зомби, сейчас он скоро уже упадет. Ты готов? Все, он упал. Да, все. Так, и знаешь, сколько у меня есть стаков? Ты, ты давай, все, угадай. давай, меняй, меняй, меняй так, 9, 9 на 3, 24, 27, 27 ладно, нет, чуть меньше, это получается 24? 20, 21, 22, 23, 24 24. первый раз правильно сказал да, но первый раз ты посчитал 9 на 3 нормально, не, ну я умножал, я умножал в мыслях, ты что я умею считать давай, 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 меняй быстрее все на монетке что у нас там получается? Уже, ну уже уже как... есть 25 монеток. Оу! Oh, нам надо паутина, нам нужны шипы. Вот. И я бы еще, наверное, даже не знаю, что купил. А ну посчитайте, mm -hmm. сколько же у меня теперь будет сейчас золотых монеток. Так, ну на 2 умножить надо, получается. Это будет 54. 54. 48. В смысле? Почему 48? Ты же сказал, что у тебя 2. А, 24, я 27 умножил на 2. Да, и все. Слышь, алло, отстань Что ты приколупался? Вообще то на дворе ночь очень поздняя, уже утро почти, а ты мне тут ладно, со своей математикой. Все, все, есть. <с> да, держи, короче. Давай, <с> давай, давай. Поиздевался, да? Поиздевался. Все с тобой <с понятно. <с так, ну, значит, что смотри, снимаем? что делаем. Мы берем, мы берем 30 вот этой темы. Берем, 1, 2, 3, 4, 5. 4 на 3, 12. И получается 16. 16 штук нам надо ты купить. там Опять что-то пытаешься считать. Хорош, надо мной издеваться! На, бери, ставь паутину с каждой стороны и вот такие вот шипы. Не выспался, подумаешь. Да, да, да. Откуда ты знаешь, Может, я вообще не спал. Так, давай берем, короче, горохострельчики. Берем, я даже не знаю, пока какие. Наверное, вот таких снова. Или будем... Давай, на, на вот таких вот сыграем, попробуем. Так, берем, короче. Э, по три с каждой стороны. То есть нам нужно купить 12 штук. 12 штук берем. Вообще, слышишь, сколько математики-то? Алло! Что так много? Слишком сложно. Казалось Берем. Бы, вроде бы мы уже давным-давно школу закончили. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, я ну, вообще ну, уже ну, не помню, когда мать, я в школу ходил. Знаешь, а с этой стороны поставлю. Вот я молодец, а. А, ну, хорош. Ходил не потому, что прогуливал, а потому так. что уже закончил. Отучился. Выкапываем. Выкапываем, выкапываем. Дайте уже. Вот эти шипы. Я уже ветеран, понимаешь, после школы. Э, знаешь что? Давай ставь, наверное. Перед, перед вот перед этой паутиной. паутиной. И может быть после сразу же, чтобы они как только выходили чуток с паутины, сразу попадали в шипы. Ну или так, можешь. Можешь перед, можешь после, как хочешь. Можно потом еще будет докупить, если они хорошо себя будут показывать. Так, берем пень сюда один, ставим. Потом второй пень ставим вот сюда и больше денег нет. Все. Идем сразу вот здесь, что выкопаем. Так, 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 выкапываем. Ставим вот сюда вот такие вот блоки. Все хорошо у нас. Вот так, вот так, вот так. И здесь тоже раз, два, три, четыре. Все готово. К посадке у нас все подготовлено. Ну что, ждем, запускаем следующую волну, да? Так, ждем ну так. все, я в принципе все уже поставил. Ничего себе. Тут Поехали! Третье! Третья волна. Пока. Кстати, что? да, солнышко надо о, собирать. Ничего тебя не со всех сторон просто начали бить. Нам Уже надо сразу куда-то. как можно отодреть. скорее, как можно скорее ну, насобирать. Все, мечтает. я сейчас веду. Нам нужно здесь что-то купить, потому что у нас все печальненько, все печальненько. Так, три питер берем, ставим его вот сюда, чтобы он стрелял в ту сторону, потому что все плохо очень. Так, давай, давай, следим. Нет, я сейчас просто смотрю вот так вот боковым зрением, и вижу то, что там вообще же какая-то. Там происходит. остался последний, да, последний, последний, последний. Вот, давай, давай, давай. У нас есть да. время пособирать. Собирай, собирай, давай, собирай. Давай, давай, собирай, 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 Давай. Давай да, вон еще там. Видишь, видишь их? Сейчас последний откинется уже так, скоро. Не, не вижу. Кстати. Все, он откинулся, а, откинулся. 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 Так, я я насобирал неплохо. Нельзя, так, и монетку В принципе, да, все. Мы бы, нас собирает, э, это сейчас волна будет четвертая, да? Низкая. Да, сейчас будет четвертая волна, и потом пятая, самая жесткая и самая сложная. Как думаешь, мы пройдем ее в этот раз или нет? Ну слушай, мы-то уже опытные. В прошлый раз мы проиграли из-за того, что мы не знали вообще. Как вообще это проходить, потому что они со всех сторон на тебя идут, и ты такой. А, монетки, а, монетки, меня, 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 монетки, монетки, меняй, 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 монетки. Сейчас поменяю. Вот у меня 7 монеток меня есть. Подгоняешь. Так, сейчас у меня есть. 10 и 12 монеток уже. Нифига себе, ты насобирал. Слушай, я что-то думаю, я больше соберу. Ну давай, да, ладно, выкидывай. Ну, вот. На, держи эти монетки. Забирай. Смотри, мы проиграли, потому что к нам прорвались. Предлагаю купить еще паутины и поставить ее прямо вот здесь, где-то наверное Да, 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 да. И надо будет еще, может быть, больше растений купить, или ты хочешь прямо на все купить, паутины. Да, больше не на все паутину не надо покупать. Хотя идея хорошая, слушай. Чтобы они просто все зависли и по ним палили. Два, три. Так, ну я серьезно говорю, идея хорошая. Так, берем сюда. Пенька у нас всего два. Да? Берем еще пенек один. А, берем потом паутины. Давай я беру, короче, 40 паутины тебе. Иди Давай, сюда. 40 паутин. Ничего себе, я, конечно, сейчас тут вот это как паук буду какой-то. Да, 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 будешь из плести, паутины. плети из паутины. Так, ну-ка, ставим сюда еще три вот таких вот тройных горохострельчика, ставим им пенсию, на чтобы они поджигали свои снаряды. Интересно, другие будут поджигать или не будут? Я не, не совсем знаю, как это работает. У меня остался еще один тройной горохострел, я не знаю, куда его деть. Походу я купил лишний. Вот. Ой, лишний горохострел купил. Енотки, ты че? Ничего бывает. никогда не бывает. Ну, нормально, нормально. Сейчас что-нибудь придумаем. Так можно поставить. У нас 4 монеты осталось. Мы можем купить, что мы можем купить. Надо подумать, хорошо. Очень хорошо подумать, потому что у нас, как бы, ресурсы наши ограничены. Так, ну все, я в принципе всю паутину поставил и думаю, им будет очень трудно из этой паутины выбраться. Я беру два арбуза вот этих, которые стреляются арбузами. Вот. А может быть, куда-то эти арбузы посадить наверх? Как-то туда может получится. Ты думаешь? А как мы туда залезем? Но ну, если ну, блоки поставить? смотри, у нас есть немножко песка и немножко земли. Может, туда как-то впихнем? Опа, 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 вот так вот. О, мы, да, вполне можем сделать это. Слушай, я предлагаю вот сюда воткнуть два арбуза. Раз, два. О, о, о. о! нифига себе, конечно, они жесткие. Хорошо, хорошо. Серьезные. На самом деле, да, они довольно мощно выглядят. Я думаю, еще стоит, наверное, прикупить таких парочку штук. Поставим сразу тогда вот сюда еще земельки, чтобы можно было потом, оп, вот так быстро да, воткнуть все это отлично. дело. Прямо во время волны, наверное. И остался у меня еще один тройной горохострел. Давай его поставлю, наверное, с этой стороны. Не знаю, почему-то мне хочется поставить его именно здесь. Так, выкапываем еще один блок песочка, вставляем его сюда и ставим вот так вот. Ну что, запускаем следующую волну и собираем. давай да. запускаем. Это уже четвертая волна, предпоследняя. То есть сейчас идет Почти самая жесткая да, волна. Да, да, именно, именно так, друзья. Вот сейчас у нас будут новые виды зомби. Вот с каждой тут добавляется по одному виду зомби, в некоторых по два. по Последние и предпоследние, по два. Ну что, ты готов? Запускаем? Да, да, давай, погнали. Давай, раз. Я раз два. Нажимай, нажимай, нажимай. Давай, Оп, раз, два, два, три. Три. Поехали! Раз, четвертая четвертая волна. Собираем, волна. Собираем, 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 а, собираем. Быстренько, быстренько, быстренько. Вон уже танцор ну, появился. Я вижу его, танцор. Я танцор пока не вижу, но. Блин. Так, так, следи, так, следи, 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 слышишь, следи, 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 чтобы этот по да сторонам смотреть. Чтобы так, если кто-то вот будет так. прорываться, сразу, короче, влетаем и уничтожаем их. Так, 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 так. Там вроде все в порядке, все под контролем. Возможно, еще стоит будет докупить потом паутины, если у нас останутся сейчас монеты. Так, ну, слушай, они из паутины, по-моему, не выходят. А, я, честно говоря, не особо вижу, я вижу, не вижу там. Чтобы кто-то вышел из паутины и да, по все мере, пока не нормально. Вижу, растения. Собираем, 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 собираем. Пока еще сражаются. Так, ну-ка, там, с одной стороны, всех завалили, там танцор еще есть. С этой стороны тоже. Во, это с этой стороны, за тебя последние. А, все уже. Все, 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 все. Да, это был конец волны. Это была предпоследняя волна? Это такая простая. Так, ну, по идее, по идее, как-то так. Ну, я вообще почти не смог насобирать. У меня тут э, почти 9, ну, как почти 9 стаков? 8 стаков, 16 солнышек. У меня 18 монет получилось. Так, есть ли У тебя, а, да, еще одно солнышко? Про? Одно солнышко есть? Одно солнышко? На, забирай. Во, так, давай. я возьму еще сейчас... 19 монет я насобирал, получается. Так, ладно, возьму вот так вот. А сколько у тебя монет получилось? Еще возьму монет. Я взял просто два стака сейчас этих горошин. Не знаю, будут ли они работать или как в прошлом видео, оно все у меня зависло тогда. На, вот 14 монет есть. Так, ты можешь дать мне стак, если что, один. Ну да, если что, вот, держи стак. Потому что у меня ничего нету. Я предлагаю, знаешь, что сделать? Давай потратим все мои... А у тебя 33 монеты, да? Нифига себе. Ну, уже, да. Давай посчитаем. Так, смотри. Раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 арбузов еще надо купить. А это Офигеть. 18 или не перепроверить. Можешь попробовать. Можешь попробовать. А ну хватит на 18 арбузов? 18 на 2 это сколько? 18 арбузов? Подожди, а что 18? Как ты 18 вообще насчитал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ты что, издеваешься? Ну вот раз, Я на все блоки считал. Я хочу на все блоки поставить. А, ну если только так. 18 на 2, сколько будет? 30, 36. 18. 36. Не хватает нам 3 монеты. 3, 3 монеты, не, монеты хватает. не хватает. Блин, да. если ты не покупал вот эти вот. Хотя надо. Короче, должно, не давай не идем в банк Как ты думаешь, нам хватит вот этих вот э паутинов? Паутины, паутины. Паутинов. Думаю, Паутин. паутинов нам точно хватит. Паутинов. А, подожди. 4, 4, 4, 16. Нам надо всего получить 16 минус 2, давай. 4. 2. Слушай, а тут такой вопрос еще. А если они не будут попадать? 1, 2, 3, 4, 4 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Уже поздно. 12, 13, 14. Уже поздно. Так, смотри, есть еще 5, монет. Предлагаю купить еще 50 паутины и наставить, чтобы прям наверняка хватило. Ну, давай. Давай, давай, все. Сейчас я тебе покупаю паутину. Так, Давай берем. паутину, а я там пока что все травой заставил. Вон паутину выкинул. Хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Так, у меня да, есть паутина. план. Я, значит, рассчитываю. Подождите, ты сюда еще лишний поставил. Так, оп, забираем вот это вот. Вот это тоже мы разбиваем. Разбиваем. Берем наши не, но это арбузы. Вообще сейчас будет. Арбуза, арбуза пульты. Ставим их Они вот сюда. Паутины никогда не выберутся. А я даже не знаю, честно говоря, потому что если пойдут гаргантюан, они могут зашвыривать нам как бы за спину их. Смотри, что я сделал. Ты просто посмотри на эту арбуза башню. Это арбуза армия, арбуза пульт. Я надеюсь, у нас получится пройти в этот раз, потому что если мы реально не сможем, то придется ждать нубика. Вот серьезно, Нет, без нубика. Если мы, мы сейчас справимся не справимся, если мы сможем, то я не представляю, что, нам, что у нас должно быть, чтобы справиться тогда вообще с этим испытанием. Так, у меня осталось немножко земли, поскольку это последняя волна, как бы. Ну-ка, отойди. Отойди. Вот так. Сейчас мы делаем вот такую лесенку я наверх. Я хочу, чтобы можно было забраться наверх. Вот, сделать такую тему. Вот так вот. Вот так вот вот так вот вот так вот стрелять сверху, чтобы понял горохами а, вот эти. А понял. Да, yeah, вот так вот так вот так вот все. Я думаю здесь вот так вот если стать. Вот Они вот, вообще вот, стреляют вот, так или вот. нет? Кто О, кто кто? Я сейчас стреляю, да. Горохи, Ф да, должны стрелять. Что, ну что, больше давай больше... запускаем да. последнюю волну, я а спускаюсь давай вниз. Спускаемся. И а и раз, давай нажимай опять, ты По традиции раз. красная будет твоя. Два, Два. Два. три. И. Пятая волна. пятая волна. Пятая волна. Оп, оп, а тихо, посмотрим. Давай. Что я бы пролезть не могу. Давай, 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 давай. Так, все, я пролез, нормально. Вау, смотрите, друзья, а как я уже пошли. Проползу. Арбузы полетели. Давай, давай, ну, давай, ну, давай. Только слушай, по мне они, не попадись они, они, этой они, штуке. Хотят, они хотят обходить. Смотри, какие хитрые. Обходить они хотят. Обходить паутину. Ё-моё, так, слушай, ну, ну это прям... Не кидаются. Слушай, не ну, Слушай, это прям... Помогать нет смысла? Я даже не знаю, серьезно, может быть несколько Гаргантюа стоит попробовать завалить. Либо мелких, вон мелких на спине, выцепляй их. Так, двоих мелких, завалил. Так, а где? Да, а, вон вижу В мелкого, в мелкого да. стреляй, он, короче, откинется. Он закинул его! Он закинул а, его он за шиворот! Кинул? Да! Он сожрал пенек! Пенек? А так быстро? Да, он сожрал пенек так быстро! Нифига себе! Мы что, пройдем? Да. Мы походу проходим! И, так, так, просто, так, 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 Это что-то нереально. Давай вот этого сейчас загасим. Слушай, okay. может быть, нам в прошлый раз закинули за шиворот дофигища мелких, и они просто взяли и сожрали наши растения. Я не знаю, это я. Арбузами вообще... его, арбузами. А это... все? Это Офигеть! Все? Мы прошли! Все. Мы даже Ребята, прошли. мы прошли! Офигеть! Слушай, кину, кину, кину. А ты а -а -а. понимаешь, что мы сейчас прошли быстрее, чем проиграли в прошлый раз? Ну да. Мы не то что выиграли, мы еще, наверное, все... Арбузы! Нужно... Арбузы, за... ребята, вы поняли, чтобы пройти вот эту вот жесть в пустыне, нужно всего лишь купить э, 16 арбузов, да. 16 арбузов нужно всего лишь купить. Да что за математика? А? Это какое-то издевательство, слышишь? Что это такое? Что за серия? Я на урок математики, что ли, попал. Мы потеряли два огненных пенька. Два огненных и пенька вообще. потеряли. Итак, мы потеряли два огненных пенька. И все. Да, мы потеряли два огненных пенька на этой волне. То есть двоих мелких нам Гаргантюа закинул за шиворот. И они смогли все-таки побороть наши два пенечка огненных. Ну что, в общем, ребята, можете нас поздравлять в комментариях. Мы смогли пройти пять волн. Пять этих жесточайших волн. Последняя так, в частности, вообще жесть полная. Вот, но у нас получилось со второй попытки. Если хотите еще подобных роликов, обязательно пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь подписывайтесь на наши каналы и не забудьте, конечно же, про лайки и писать в комментариях, какое растение вам досталось. А с вами, как всегда, был профессионал енот и мой друг Apple. Всем спасибо за просмотр и пока-пока-пока. Пока, ребята! Пока, ребята!